Good morning, church. We're so excited that you are here with us today. We invite you right now, wherever you may be, let's stand to our feet and get ready to worship our Lord. To this earth, that you sent your son to die for us. We thank you, Jesus, for your sacrifice, for the blood that was shed, and forever we will glorify you.
the Savior of the world was fallen, his body on the cross, his blood poured out for us, the weight of every curse upon final breath he gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake. Hallelujah.
остался во гробу. Господь, но Ты даешь нам жизнь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, что каждый день мы можем приходить к Тебе. Приходить к Тебе. Призывать Твое имя. О, Господь, мы так хотим больше Тебя. Ожидаю мгновенья, Бога прикосновенья. Шум вокруг утих, ко мне говори. Пред Тобой замираю и всем сердцем не мою. Словам я Твоим больше знать хочу, Иисус, Тебя. Больше знаю я Тебе, я все отдам. Так хочу пребывать в Твоей любви, быть таким, как хочешь Ты. Так желаю я Тебя познать, мой Бог, я открою сердце вновь. Развеет страх любовь, я небес прикосновенья жажду. Изменить меня
Пребывать в Твоей любви, быть таким, как хочешь Ты. Так желаю я Тебя познать, мой Бог. Я открою сердце вновь и развею страх любовь. Я небес прикосновения жажду. Аллилуйя. Слава нашему Господу, друзья. Praise the Lord. Бог дал нам сегодня возможность вновь быть вместе вот таким форматом онлайн. God gave us an opportunity again today to meet in this way through online. И уже третий месяц мы проводим хлебопреломление вечеру Господню таким образом. And it's the third month that we're already doing communion in this way. Хочется надеяться и надеемся, верим, что это последний раз так. We believe and we hope that this would be the last time it would be like this. И давайте будем об этом продолжать молиться, верить в нашего Господа. And let's continue just to pray about it and believe that God can do a miracle. Чтобы любые обстоятельства в нашей жизни, that any circumstances in our life, они принесли нам благословение, they would bring a blessing, и принесли еще больше славы нашему Господу, and bring even more glory to our Lord. Итак, сегодня я хотел бы вместе с вами открыть первое послание Коринфянам, 11 главу, и будем читать с 23 стиха. And I'd like for us to open up to 1 Corinthians chapter 11, and we're going to read from verse 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Verse 23. «For I have received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, сказал: «Сия чаша есть...» «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». And then in verse 25, it says, «In the same way, after his supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes». Друзья мои, мы сегодня вновь читаем эти стихи, которые уже не раз читали. Dear friends, we're reading these verses that we have read so many times. И здесь апостол Павел говорит нам, and in here, Apostle Paul, he says, несколько раз говорит, several times, «Сие творите в мое воспоминание». Do this in remembrance of me. Это то, что хочет видеть нас Господь. That's what God wants to see. На самом деле мы устроены таким образом, что наша память не вечна. We are made in such a way that our memory is not forever. И даже то, что мы знали давно. And even maybe things that we've known for a while. Learned it sometimes. Пользуемся. We've used it. Это, возможно, какие-то навыки в нашей работе. Some skills. Но проходит время. But time goes on. И мы замечаем, что что-то забывается. We realize that some things we begin to forget. Так вот, Иисус сказал, оставил такую заповедь. So Jesus, he left this commandment. Чтобы мы не забывали. So that we would not forget. Что он сделал для нас. What he has done for us. Жертву, которую он отдал ради, принес ради нас. The sacrifice that he made for us. И я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня, and I'd like for us today, вспомнили снова to remember again о нашем спасении. About our salvation. Друзья, мы живем сегодня в непростое время. We live in a very difficult time. Обстоятельства, которые складываются сегодня вокруг нас, situations all around us, не приносят радости. They don't bring us joy. Люди, которые живут без Бога, people who live without Christ, они их постигают ужас за ужасом. Fear after fear keeps captivating their life. И какая особая благодать для нас с вами, and what a grace that we have, что у нас есть Господь, that we have a Lord, который контролирует все в нашей жизни. That controls жизни. Everything in our life. Если мы доверяем Ему, and if we trust Him, Он контролирует все в нашей жизни. He'll control everything in our life. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы с вами помнили, so I'd like for us to remember, что мы спасены через жертву Иисуса Христа. That we are saved
through the sacrifice of Jesus. Другими словами, мы результат Его спасения. In other words, we are the result of His salvation. Мы результат Его смерти на кресте. Of the result of His death on the cross. Мы результат Его страданий. We are the result of His sacrifice. И через эти страдания Он принес нам благо. And through these sufferings, He brought us grace. И второе, что напоминает нам вечеря, and the second thing that the communion reminds us, что бы ни происходило вокруг нас, no matter what happens around us, мы дети Божьи. We are God's children. И мы с Ним в завете. And we're in His, together in covenant with Him. Друзья. It's very special. И я очень рад, что мы сегодня снова можем говорить и вспоминать об этом. And I'm so glad that we can be together, be reminded of that. Мы искуплены кровью. We are saved by the blood. Мы спасены. We are saved. Мы дети Его. We are His children. И мы в завете с Ним. And we're in covenant with Him. И что бы ни приключилось в этом мире, and no matter what happens in this world, вечеря всегда напоминает. Communion always reminds us. Мы часть тела Иисуса Христа. We are part of the body of Christ. Часть церкви. We're part of the church. И каждый из нас, мы имеем какую-то определенную роль. And each and every one of us have a certain role. И Бог предназначил для каждого из нас. And God prepared something for each of us. Чтобы мы каким-то образом, that in some way, служили телу Христа. That we can serve the body of Christ. И этим прославляли нашего Спасителя. And glorify our Lord through that. Бывают периоды, когда приходит уныние. There's times where you feel despair. Иногда даже сильно верующим людям, крепким духовно, even for those who are strong believers, приходит разочарование. There's disappointments. Приходит уныние. We have just this grief. Приходят сомнения. Doubts. И я хочу ободрить вас. And I just want to encourage you. Когда приходит это время, when that time comes, и вам кажется, что вы не сможете победить в какой-то битве, and you might think, I can't win this battle, и возможно это атаки страха, and maybe it's the attacks of the fear, или неудач, of just some things that are not working out, или происходят какие-то конфликты в вашей жизни, or there's conflicts in your life, всегда помните, always remember, вы и Сын Божий Иисус, you are the Son and Daughter of Christ, вы в завете, you're in covenant. Иисус, который сотворил весь мир, Jesus, the one who created this whole earth, и всю вселенную, and this entire universe, Он позволил нам с вами, He allowed you and I, вступить с Ним в завет, to step into a covenant with это Him. Значит, which means, Он несет ответственность за нас, He carries a responsibility for us, Он хочет благословлять нас, He wants to bless us. Тогда, когда приходит неверие, Он хочет дать веру. When there is unbelief or doubt, He wants to give us that faith. Когда приходит разочарование, when there's disappointments, Он дает нам уверенность. He gives us the affirmation. Когда уходит какая-то надежда, when some hope is gone, Он посылает ее снова. He sends it our way. Потому что мы с Ним в завете. Because you and I are in covenant with Him. Поэтому, друзья мои, давайте будем об этом помнить всегда. So let's remember that. Давайте будем ценить это. Let's treasure that. Давайте будем благодарить нашего Господа. Let's thank our Lord for that. И давайте будем рассуждать, and think about, о теле Господнем. About His body. И в этой главе, в 11 главе послания к Коринфянам, and in this chapter, chapter 11, апостол Павел побуждает нас. Apostle Paul, he encourages us. Во время участия в хлебопреломлении, when we partake in communion, он говорит, рассуждайте о теле Господнем. He says, think about the body of Christ. И когда мы это делаем, and when we do this, приходит особая благодарность. There's a special gratitude. Потому что мы в теле Христа. Because we're in the body of Christ. Мы его дети. We are His children. Он любит нас. And He loves us. Даже когда мы ошибаемся. Even when we mess up. И если кто-то спотыкается. And if someone, you know, there's trips. Борется в искушениях и, возможно, не смог победить где-то. Maybe there is some sort of sin in your life or temptation. Бог не отвергает нас. God doesn't reject us. Он снова дает нам возможность. He gives us an opportunity again. Приблизиться к Нему. To get close to Him. Примириться с Ним. To come into communion with Him. Восстановить отношения. To replenish those relationships. И вновь пережить эту Божью благодать. And again feel His grace. Поэтому сейчас мы будем молиться с вами. So as we pray right now. Пожалуйста, приготовьте хлеб и виноградный сок. Prepare the bread and the wine. И мы сейчас будем молиться и благословлять. And we're gonna pray and we're gonna bless и благословлять чашу. And we're gonna bless the bread and the cup. Иисус сказал, сие творите в мое воспоминание. Jesus says, do this in remembrance of me. И сегодня это особая благодать дана нам с вами. And that's what we can do today. Давайте помолимся. Отец Небесный, Heavenly Father, во имя Иисуса Христа, in Jesus' name, я благословляю хлеб и чашу. I bless the bread and the cup.
И я прошу Тебя, Дух Святой, and I ask you, Holy Spirit, дай нам пережить обновление в вере. Help us to be renewed in our faith. Дай нам вновь пережить благословение Твое. Let us receive your blessing. Иисус, мы верим в Твою пролитую кровь и ломимое тело. Jesus, we believe in the body that was broken. И все это сделал Ты для нас, для нашего спасения. And you did this for our salvation. Благодарим Тебя за завет, в который мы вступили с Тобой. We thank you for the covenant that we stepped into with you. Мы дети Твои. We are your children. И Ты любишь нас. And you love us. Благослови эту чашу. Bless this cup. Благослови этот хлеб. Bless this bread. И благослови каждого, кто сейчас будет принимать участие. And bless every person who is partaking right now. Пусть особая благодать придет. Let your special anointing. Обновление и укрепление в вере. Your grace, your strength and faith. И какие бы трудности ни пришли в нашу жизнь, no matter the difficult situations that come, мы верим. We believe. Ты всегда рядом с нами. You're always with us. И Ты никогда не оставишь нас. And you'll never leave us. Спасибо Тебе, Господь. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Голгофский крест покрыл все сам Бог. Мой стыд и грех не вспомнит мне Бог. Вся слава тому, кто искупил жизнь мою. Покрыл на Голгофе он все. Голгофский крест покрыл все сам Бог. Мой стыд и грех не вспомнит мне Бог. Вся слава тому, кто искупил жизнь мою. Покрыл на Голгофе он все. Голгофский крест. Голгофский крест покрыл все сам Бог. Мой стыд и грех не вспомнит мне Бог. Вся слава тому, кто искупил жизнь мою. Покрыл на Голгофе он все. Друзья, давайте мы еще поблагодарим нашего Господа. Friends, let's just thank the Lord right now. И помолимся. Отец Небесный, Heavenly Father, мы благодарим Тебя. We thank you. И преклоняемся перед Тобой. And we fall before you. Мы благодарим за Сына Твоего Иисуса Христа. We thank you for your Son, Jesus Christ, за пролитую кровь Его, for the blood that was shed. И за наше спасение. And for our salvation. Мы благодарим за Его победу на кресте. We thank you for His victory on the cross. И Его великое воскресение. Во славу Твою, Господь. His resurrection. Мы сейчас стоим пред Тобой. We stand before you. И проживаем каждый день нашей жизни. And we just live our day-to-day lives. И да будет Тебе одному за все слава, великий Бог наш. And to you be alone the glory. Отец, Сын и Дух Святой. Father, Son, and Holy Spirit. Аминь. Amen. Amen. А сейчас будем продолжать поклоняться нашему Господу приношениями. And we're going to continue worshiping our Lord with our tithes and offerings. Я еще раз хочу сказать. I just want to say again. Я благодарю всех, кто сознанием, в вере приносит свои пожертвования. I want to thank everyone who understandably and with faith brings their tithes and offerings. Вы приносите также свои десятины. You bring your tithes. И это благословляет церковь. And it blesses the church. И этим мы поклоняемся Господу. And in this way we worship our God. И этим мы говорим. And in this way что бы ни произошло на этой земле, no matter what happens on this earth, мы будем делать это. We're going to do this. В верности нашему Господу и Его Слову. In faithfulness to our Lord. Поэтому вы можете приносить пожертвования любым из двух путей. You can give in two different ways. Вы можете послать, отправить чек. You can send a check по адресу, который вы видите на экране. To the address that you'll see on the screen. Вы можете также послать text message. Or you can send the amount through a text message. Просто нужно набрать 84321. To the number 84321. И написать сумму, которую вы хотите пожертвовать. And type in the amount that you want to give. И я хочу, чтобы Бог благословил вас еще больше. And I just want for the Lord to bless you во имя even Иисуса more. Христа. In Jesus' name. Господь, прикоснись сейчас каждой семье. Lord, touch every family. И каждому твоему сыну и дочери. Every son and daughter. Независимо от возраста. No matter the age.
Каждый, кто жертвует во имя Твое, Господь, everyone who gives in your name, я прошу Тебя, воздай им. I pray that you would just give и благослови их жизнь. And bless their life. Сохрани их финансы. Protect their finances. Благослови их во всех сферах жизни. Bless them in all areas of their и пусть рука Твоя будет на них всегда. And let your hand be upon во имя Иисуса Христа. In Jesus' name. Аминь. Amen. Свет всему миру спустился во тьму, Ты нежно открыл мне глаза. Любовь пробуждает Твоя красота, надежду на жизнь вечности. Тебе я поклоняюсь и пред Тобой склоняюсь. Тебе я говорю, что Ты мой Бог. Ты один прекрасен, и Ты один достоин. Ты один так благ ко мне, Господь. О, Владыка! Владыка всех дней, Ты высок превознесен, славен Ты вышних един. Смирений пришел Ты на землю, что создал, ради любви бедным стал. Тебе я поклоняюсь, Тебе я говорю, что Ты мой Бог. Ты один прекрасен, Ты один достоин, Ты один так благ ко мне, Господь. Хоть я не знал, я и не знал, какой цель. Один достоин нашей хвалы. Мы поем Тебе. Тебе я поклоняюсь, пред Тобой склоняюсь. Тебе я говорю, что Ты мой Бог. О, Ты один прекрасен, и Ты один достоин. Ты один так благ ко мне, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твою милость и благость к нам, что Ты Бог, который сидит на Своем троне. Господь, что Ты правишь над всеми ситуациями в нашей жизни. Господь, Ты Бог мира, Ты Бог любви и чудес. Ты справедливый Бог, Ты Бог-целитель. Господь, мы хотим воздать Тебе хвалу. Тебе вся слава во веки веков, наш Бог. Аминь. Добрый день, братья и сестры, Церковь Ответ в Иисусе. Good morning,
brothers and sisters, answering Jesus Church. И все, кто нас смотрит. And everybody who is watching us. Очень просто рад, что у меня снова есть такая возможность. I'm just super happy and glad that I have this opportunity. Делиться тем, что Бог ложит на сердце. To share what God has placed on my heart. И я верю, что Бог, Он силен говорить. And I believe that God, he's powerful to speak. Говорит через разные-разные источники. Speak through different sources. И моя проповедь сегодня называется «Кто твой источник?» And the title of my message today is «Who is your source?» Вы знаете, время, в которое мы сегодня живем, And the time that we live in, оно коренным образом отличается от времени, которое было 100 лет назад. It completely is different from the time, let's say, 100 years ago. А если мы возьмем 1000 лет назад, And if we take 1000 years, очень отличается. It's completely different. Люди, мы как люди, мы остаемся теми же людьми. As people, we continue being the same people. Мы также созданы по образу Божию. We are created by the, in the image of God. Так же, как был и создан Авраам. The same way Abraham was made. Но обстоятельства, в которых мы живем, очень сильно изменились. But the situation or the time that we live in completely is different. И эти обстоятельства, And these circumstances, они создают для нас очень много разных источников. And they create lots of different sources for us. Откуда мы черпаем информацию? Places where we take our information. И эта информация очень сильно влияет на нас. And then that information, it influences our life. Сегодня идет очень сильная информационная война. Today we are living in a very in a time of information war. Люди говорят, что тот, кто владеет сегодня информацией или у того, у кого есть влияние, People say that whoever has influence over information, тот может владеть миром. He can control the world. Почему? Why? Потому что сегодня мы можем взять наш телефон. Because today we can pick up our phone. И все, что происходит в мире, мы можем найти буквально за некоторые секунды. And whatever is happening in the world, we can literally find it in seconds. Если раньше нужно было отправить человека, if before you had to send a person, с каким-то посланием, with a certain message, и в книге Библии мы видим эти примеры, and in the Bible we see those examples, что человек должен был бежать, that a person had to run, это была особая профессия, it was a special like career, он бегун был, he was a runner. Он бежал, не останавливаясь. He ran without stopping. Для того, чтобы принести весть царю. To bring a message to the king. То сегодня не нужно никому никуда бежать. So today you don't have to run anywhere. Достал свой телефон. You just pull out your phone. И весь мир тебя видит. And the whole world can see you. И сегодня люди борются за влияние And на today, других людей. People are fighting for influence over other people. Люди борются за лайки. People are fighting for likes. Блогеры борются за followers. Bloggers are fighting for followers. Wow, у меня 10 миллионов. Oh, great, I have 10 million. Это много. It's a lot. И люди борются для того, чтобы занять первое место. And people are fighting to get that first place. И несут информацию. And they carry information. И становится источником. And it becomes a source. И этот источник And that source влияет на ту аудиторию, которую It слушает. Influences the audience of that person. И из-за того, что этих источников становится больше и больше, and because these sources increase by the day, и чтобы занять определенное высокое место в этой таблице, чтобы тебя слушали и смотрели, and in order to reach a certain standard so people would watch you, нужно что-то придумывать. You need to come up with something. Добавлять где-то что-то. You need to add something somewhere. Обманывать. You might need to lie. Приписывать того, чего нет на самом деле. You might have to, you know, type something up and just add little things to spice it up. Для того, чтобы это зацепило людей. So it would, you know, catch attention of people. И люди начали тебя слушать. And people would start to listen to you. И смотреть. And start looking. То, что ты говоришь. What you are saying. Одни говорят, что наш президент, он демон. Some people say our president's the demon. Другие говорят, что он ангел. Some people say he's an angel. Одни говорят, что то, что мы сегодня переживаем, Some people say that the time that we're living in, это наказание нам за наши грехи. It's a punishment for our sins. А другие говорят, нет, это не наказание, это испытание. Others say it's not a punishment, it's just a trial.
Одни говорят, мне Бог сказал Some people say, God told me делать вот это и вот это. To do this or that. Поэтому кто слышит Божий голос? So whoever hears God's voice, follow me. Follow me. Yes. А другие говорят, And others нет, say, а Бог мне сказал другое. Hey, God told me actually something different. Вы должны идти за мной вот в эту сторону. You need to follow me in this direction. И когда мы включаем эти источники информации, And so when we turn on these, sources of information on, наш мозг он взрывается. Our mind just blows up. Почему? Why? Потому что всем что-то Бог сказал. Because God told everybody something. Один Бог. One God. Он не может разделиться. He can't divide himself. Если он кому-то что-то говорит, If he tells somebody something, он скажет мне и тебе. He'll tell you and I. Одинаково. The same thing. Почему? Why? Потому что у Бога есть одна цель. Because God has one goal. Но когда ты слушаешь эти разные источники, But when you listen to all these different sources, и всем им сказал Бог, and God told them everything, и все по-разному, and everything's different, и все должны двигаться в разных направлениях, and everybody needs to move in a different direction, я не говорю сейчас о разных наших призваниях. I'm not talking about our different callings. Я говорю о взгляде на вещи или на обстоятельства, которые сегодня проходят. I'm talking about our view on certain things or situations. Итак, это время, в которое мы живем. So the time that we live in, это время, когда информация бомбардирует наш мозг. It's a time where information just bombards our mind. И мы подсаживаемся на эту информацию. And sometimes we get hooked on that information. Что же является источником в твоей жизни? So what is the source in your life? Источник — это что-то очень жизненно важное. Source, a source is something that is important to life. Это что-то номер один в твоей жизни. It's something number one that takes the first place in your life. Это то, с чем ты просыпаешься. It's something that you wake up with. Ты об этом думаешь. You think about it. Это то, с чем ты идешь на работу. It's the thing that you go to work with. Это то, с чем ты ложишься. It's the thing you go to sleep with. Источник — это как будто бы, как ты, когда ты заряжаешь телефон. A source is kind of like when you're charging your phone. И батарея начинает заряжаться. And the battery starts charging. Ты подключен к нему. You're connected to an outlet. И начинает заряжаться. And it starts charging. Это как будто бы ты берешь флешку, вставляешь в компьютер. It's like you take a flash drive and you stick it into a computer. И делаешь копии каких-то файлов на эту флешку. And you copy some sort of information onto the flash drive. И компьютер является источником для этой флешки. And the computer, it becomes a source for this flash drive. И туда заряжается информация. And information flows into it. Все, что ты хочешь. Whatever you want. Так вот, что же является источником сегодня в твоей жизни? In the same way, I want to ask you, what is the source in your life? Что тебя заряжает? What is charging you? Откуда информация приходит в твой мозг? Where is information coming from into your mind? Что для тебя является авторитетным сегодня? What has become an authority in your life? Когда ты просыпаешься, первым делом что ты делаешь? When you wake up, what's the first thing that you do? Кто скажет, ну ты приколист. Some might say, are you joking? Open the Instagram. I open Instagram. Yes. Я не хочу сказать, что или обвинить кого-то, что это ваш источник. I'm not, I don't want to, you know, convict somebody or put somebody down and say, hey, that is your source. Это ваше дело. That's your choice. Я просто хочу сегодня говорить о том, что Бог положил мне в сердце. But I want to just talk about what God has placed in my life. Чтобы нам не взвесить себя. So we would just weigh ourselves. Мы живем в интересное время. We live in an interesting time. Особенно здесь, в Америке. Especially in the US. Те события, которые происходят сегодня у нас в штате Миннеаполис. The things that are going on in our state, in the city of Minneapolis. Такого не было на протяжении 164 лет. It hasn't been around for 164 years. Этого не было в Миннесоте. It hasn't been in Minnesota. Сегодня это есть. Now it's here. И одной из самых главных причин. And one of the main reasons. Это источник. It's a source. Что сегодня слушаем мы? What are we listening to today? Что мы сегодня смотрим? What are we watching today? Кто вдохновляет сегодня тебя? Who's encouraging you today? Делать те или другие вещи? To do certain actions. Что является нашим источником? What has become our source? Когда снимают сериалы, when shows are being filmed, всегда пятая серия, она заканчивается на самом интересном моменте. Always the fifth, the episode it ends on the most like high point. Пятая, шестая, неважно. Любая серия заканчивается. Each episode, it ends. И ты ждешь, что же произойдет. And you're just waiting, what's gonna happen next? И они говорят, увидимся в следующий раз. And they say, hey, we'll see you next time. Для чего это все делается? Why is it this way? Для того, чтобы зацепить человека. It's to get a person hooked. Чтобы он захотел посмотреть шестую серию. So he'll wanna watch the next series. И он включает вечером завтра.
На следующий день включает вечером снова этот сериал. So the next day he turns on that show. И ждет, что же, какое будет продолжение пятой серии. And he's gonna be like, okay, so what's the continuing of the previous episode? А там не показывают. And, but they don't show it. Они говорят, будет в седьмой серии. Oh, they'll say, oh, we'll see it in episode 7. Так цепляет людей. It hooks people. На самом интересном. On the most interesting point. И это является источником. And that becomes a source. Почему? Why? Потому что человек думает об этом. Because a person starts to think about он идет на работу, разговаривает со своими друзьями об этом. He's going to work and he's talking with his friends about it. О, ты смотрел пятую серию? And they're like, oh, did you watch the fifth episode? Ой, оно закончилось на самом интересном. And he's just like, oh, it finished in the most interesting part. Да, давай сегодня поедем пораньше, чтобы успеть не пропустить. All right, and then somebody say, all right, let's finish whatever we're doing, go and watch the next episode so we don't miss it. Сегодня люди, когда пишут какую-то информацию, when people write certain information today, в самых первых 2-3 предложения они вставляют самое главное. First few sentences they put the most important information. Почему? Why? Потому что люди больше не хотят читать. Because people don't want to continue reading. И какая-то информация, она становится источником and для тебя. Some information becomes a source for you. Ты начинаешь думать о каком-то человеке, плохо или хорошо. You start to think about a person, good things or bad things. Почему? Why? Потому что ты о нем прочитал. Because you read about him. А кто это выставил? Who put it out? Это блогер, у которого 10 миллионов просмотров. Oh, it's a blogger who has 10 million subscribers or followers. Ну, конечно же, значит, он как бы понимает, о чем он говорит. And so you're like, okay, of course, he has that many followers, he knows what he's talking about. И это становится источником для тебя. And that becomes a source of information for you. Что нужно пить, когда очень жарко? When it's, you know, when it's super hot, what are you supposed to drink? Я работаю на улице почти каждый день. I work outside a lot, almost every day. У нас сейчас в Миннеаполисе под 90 градусов уже. And it's been a couple days where it's been 90 degrees. И когда ты особенно работаешь на стороне, где светит солнце. And especially if you're working on a side where the sun is just beaming down. Я понимаю. I understand. Что я не могу пить Coca-Cola. That I can't drink Coke. Я не могу пить Red Bull. I can't drink a Red Bull. Потому что очень жарко. Because it's really hot. Если я начинаю это пить, if I start drinking я it, не удалю свою жажду. I'm not gonna quench my thirst. Я захочу еще больше. I'll еще want more and more. И когда очень жарко, врачи рекомендуют пить простую чистую воду. And when it's really hot outside, doctors and health experts, they just advise to drink clean water. Чистая вода. Clean water. Является тем источником. Becomes a source. Которая даст тебе возможность утолить жажду. That will give you an opportunity to quench your thirst. Когда мы сравниваем это с информацией, которую мы читаем и слушаем, when we connect it or run a parallel with an information that we listen to, тебе нужен чистый источник. You need a clean source. Для того, чтобы принимать ту информацию, in order to take in that information, и она тебе помогла в жизни. And it would help you in your life. Она помогла тебе принять правильное решение. And it would help you make the right decision. Она ответила на твои вопросы. It will answer your questions. Время, в которое мы живем, очень жаркое. The time that we live in today, it's very hot. Очень жаркое. Very hot. И днем, и ночью. Day and night. У нас происходят интересные события. We have crazy situations happening. И именно в этот период. And in this time. Я сейчас говорю о духовном мире. I'm talking about the spiritual world. Нам недостаточно будет пить Coca-Cola. It's not enough to just drink Coke. Нам нужна чистая, живая вода. We need a clean source of water. Тебе нужен настоящий источник, you need a true source, который ответит на твои вопросы. That will answer your questions. Я хочу вместе с вами сейчас прочитать несколько стихов из книги Иеремии. I want to read a few verses from the book of Jeremiah. Вторая глава. Chapter 2. И мы будем читать по несколько стихов. We're going to read a few verses. Просто размышлять над ними. And just talk about them. Итак, вторая глава с 4 по 6 стих. Jeremiah chapter 2, verse 4. «Выслушай слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь, какую неправду нашли вы во мне, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились. И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. Jeremiah chapter 2, verses 4 through 6. Listen to the word of the Lord, people of Jacob, all you families of Israel. This is what the Lord says. What did your ancestors find wrong with me that led them to stray so far from me? They worshiped worthless idols only to become worthless themselves. They did not ask, where is the Lord who brought us safely out of Egypt and led us through the barren wilderness, a land of desert and pits, a land of drought and death where no one lives or even travels?
Итак, когда становится тяжело, возникают вопросы. So when it becomes hard, a question rises. Люди ищут ответы. People are looking for an answer. И здесь Бог как бы говорит народу израильскому. And here God says to the Israel nation. Почему вы? Why did you? Когда пришло трудность? When it became hard. Не спросили, где Господь? Not ask, where is God? Но он даже говорит, ну вы пошли за суетой и осуетились. But it says that you followed worthless and idols, and you just and you became worthless. Почему, когда приходит трудность? Why is it when the hardship comes? Тяжелое время в нашу страну, в наш город. A hard time in our city, in our country. Вместо того, чтобы задать Богу вопрос. Instead of asking God the question. Бог, где ты? God, where are you? Я нуждаюсь в тебе. I'm in need of you. Я не знаю, какое принимать решение. I don't know what decision to make. Я не знаю, что кому посоветовать. I don't know what to offer people. Бог, куда я должен идти дальше? God, where am I supposed to go next? Мы отворачиваемся от этого источника. We turn from that source. И идем за суетой. And we follow the worthless things. Мы идем туда, где нам не найдем ответов. We will go to places where we won't find answers. Мы начинаем углубляться в такие вещи, we start to, dig deep into things, которые не приносят нам никакого результата. That bring no results to us. Мы начинаем думать о тайном правительстве. We start thinking about the secret society. А сколько человек в этом тайном правительстве? How many people are in the secret society? А когда они придут к нам мне? Or when are they going to come to me? А когда вдруг они меня возьмут в тюрьму? Or when are they going to take me into jail? А что они сделают с моими детьми? What are they going to do with my kids? И мы начинаем копаться в этой информации. And we start to dig into that information. И она становится источником для тебя. And it becomes a source for you. Ты начинаешь думать об этом. You start to think about it. Ты переживаешь об этом. You start worrying about it. Ты начинаешь заряжать своим переживанием других людей. You start to ignite this worry in other people. Дорогие братья и сестры, dear friends, зло было всегда. Evil always existed. 1 Иоанна, 4 глава, 3 стих. In 1 John chapter 4, verse 3, написано, что дух антихриста, он сегодня присутствует в мире. It says that the spirit of Antichrist, it exists in the world. Он не просто когда-то придет. It's not going to come someday later. Когда-то там перед антихристом. Right before the Antichrist shows up. Нет. No. Он сегодня в этом мире. It's already in this world. Зло присутствует. Evil already exists. Зло, оно процветает. Evil, it flourishes. Всегда были какие-то тайные комнаты. There's always been some sort of secret rooms. Где собирались люди. Where people have gathered. Где пытались уничтожить христиан. Where they tried to destroy the Christians. Пытались уничтожить семейные ценности. They tried to devalue Christian values. Это было всегда. It's always been like that. Бог говорит о том, что Он все контролирует. God says that He controls everything. Пускай нашим источником and let our source будет являться Бог и Его Слово. Let God be our source and His word. Давайте не будем поддаваться всякой этой ненужной информации, let's not fall into this information that's которая приводит нас в депрессию. That just brings us into depression. 7-8 стих, verse если мы продолжим 8, читать, in написано, Jeremiah chapter 2, it says, «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след всех тех, которые не помогают». Verse 7, and when I brought you into a fruitful land to enjoy its bounty and goodness, you defiled my land and corrupted the possessions I had promised you. The priests did not ask, where is the Lord? Those who taught my word ignored me. The rulers turned against me, and the prophets spoke in the name of Baal, wasting their time on worthless idols. Итак, Бог продолжает говорить дальше здесь через Иеремию. And so God continues to speak through Jeremiah. Народ не начал искать Бога. The nation did not start, the people did not start seeking the Lord. И он продолжает дальше. And he says, и пастыри не начали искать Бога. He says, and the priests and my shepherds, they did not start seeking me. И учителя не начали искать Бога. The teachers, they did not start seeking me. И пророки отвернулись от меня. And the prophets, they turned away from me. Они начали пророчествовать, чтобы угодить Ваалу. They started prophesying to be pleasable to Baal. Это сегодня происходит в нашем мире. And it happens in our world today. Когда что-то происходит. When something happens. Я. Me. Где мой источник? I. Where is my source? Где я черпаю жизнь? Where am I seeking life? Кричу ли я, Бог, где ты? Am I crying out, God, where are you? Или я начинаю отворачиваться? Or am I starting to turn away? Я включаю
свой телефон I just turn или компьютер, on my phone or computer, или телевизор, or TV, и я начинаю питаться. And I start to feed off of that. Что там говорят? What are they saying over there? В России говорят одно. In Russia they're saying one thing. В Украине говорят другое. In Ukraine they're saying another thing. В нашем штате говорят третье. In our state they're saying another thing. В Вашингтоне говорят четвертое. In Washington they're saying another thing. И ты все это смотришь. And you're looking at all of that. Тут появилось еще очень много блогеров. And now there's a ton of new bloggers that popped up. Еще много разных людей. Now a ton of more people. Которые выставляют информацию и выставляют. That continually put out all this information. И ты все это питаешь and себя. You're feeding yourself with it. И вместо того, чтобы сказать, Бог, я буду стоять с тобой. And instead of saying, God, I'm going to stand with you. Я потихонечку отворачиваюсь. I'm slowly turning away from that. Потому что эти источники не меня затягивают. Because these sources are hooking me and they're pulling me back in. 13 стих. And then verse 13, Jeremiah 2, verse 13 says. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. For my people have done two evil things. They have abandoned me, the fountain of living water, and they have dug for themselves cracked cisterns that can hold no water at all. Первое зло, которое сделал израильский народ. First evil thing that the Israel nation did. Оставили Бога. They left God. Это не значит, что они перестали в него верить. It doesn't mean they stopped believing in him. Они знали, что Бог есть. They knew that God existed. Они не могли пойти против фактов, которые Бог делал. They couldn't go against the facts of what God has done. Они знали, что Он есть. They knew that He existed. Но они променяли Бога. But they changed God. Променяли. They traded Him. И Бог немного выше говорит о том, что послушайте, народы. And God says, you know, people. Послушайте, разве это не смешно? Isn't it funny? То, что мой народ that my people, оставил меня, they left me, променял меня, they traded me, променял меня. They traded. Вас когда-нибудь променивали на кого-то Has другого? Anybody ever traded you before? Вот представьте, вы и ваш друг. Imagine you and your friend. У меня было так однажды. I had it happen to me once. Я со своим другом. Me and my friend. Мы ходили на занятия по вокалу. We took vocal lessons. Это было давно. It was years ago. Мне, наверное, было тогда 14 или 15 лет. I was maybe 13 or 14 years old. И у этого парня был на самом деле талант. And this dude, my friend, he had a talent. Сегодня он является лауреатом Беларуси. Лауреат Беларуси. Ну, короче, известный человек. He is a very currently he is one of the famous people in Belarus. И я помню, когда мы пришли к учительнице заниматься. And I remember when we came to our vocal teacher and started, you know, doing the lessons. И ты начинаешь чувствовать. And you can start to feel. Когда к одному человеку относятся хорошо. When, you know, certain people start acting one way towards a person. Как бы ему делают комплименты. They give him compliments. Говорят, как у него все хорошо получается. Tell him, you know, how good everything is. Я не претендовал на супервокалиста, не претендую. I'm not trying to say that, you know, I was trying to fight for that position of being a crazy good vocalist. Но ты начинаешь замечать. But you start to realize and когда тебя променивают на другого. When someone is trading you for another person. Это самое неприятное чувство. It's the worst feeling ever. Так вот Бог говорит. And so God says. Мой народ. My people. Променяли меня. They traded me. Они взяли меня как источник. They took me as a source. И поменяли меня на другой источник. And traded me for a different source. И второе зло, которое сделал здесь. And the second evil that they did. Выкопали водоемы, которые не держат воды. They dug out cisterns that hold no water. Что такое водоем? What is a cistern? Водоем или колодец? Or a well? Это место, где собиралась вода. It's a place where water gathered. И она там хранилась. And it was stored there. Водоемы очень сильно ценились. Wells, they were there, so it was a valuable thing back. Когда мы читаем книгу Бытие, Авраам, он копал колодцы. If we read through the book of Genesis, we can see Abraham, he was digging these wells. Исаак и Иаков продолжали это делать. Isaac and Jacob, they continued to do that too. И этим колодцам давали имена. And these wells had different names. Они очень много значили. They meant a lot of things. Эти колодцы передавались по наследству. And these wells they passed on to through the generations. And when the
well, it would dry up. Это была трагедия. It was a tragedy. Потому что это место, куда приходили люди брать воду. Because it's a place where people came to get water. Это было место, куда приходили животных и поили их там водой. It was a place where animals were brought to and they were came there to drink. Так вот, задача водоема — держать воду. And so the point of a well is to hold the water. Вода поднималась из-под земли. Water would rise up from the ground. Она наполняла этот колодец или сосуд или водоем, что там было. It'd fill up that well or that cistern. И в этом водоеме не должно было быть дырок. And in this well there, you can't have holes. Он должен так сделан, чтобы вода была там, она стояла. It would need to be done in such a way that the water would stay there. Так вот, и Бог говорит израильскому народу, and so God says to the Israel nation, что вы that you построили себе другие водоемы. You built yourself other wells. Водоем — это источник, из которого ты питаешься. A source that you feed from. Это источник воды. It's a source of water. Так вот, Бог говорит, вы мой источник, меня оставили. Says that God says that you, me as a source, you left me. И себе сделали новые водоемы. And you made new wells. Instagram. Facebook. YouTube. CNN. Bloggers. Новости на различных каналах. News on different channels. И ты выкопал себе разные водоемы. And you've dug up different wells. Но фишка, очень интересный момент, в том Бог говорит, что эти водоемы, wells, они не держат воды. They don't hold water. Ты не напьешься. You'll never get, you know, you'll never quench your thirst. Там нет воды. There's no water there. Ты смотришь эту информацию. You look at that information. Не находишь ответа. But don't find an answer. Ты включаешь еще что-нибудь. You turn on something else. Ты открываешь новое окно. You open up a new tab. Открываешь свой компьютер. You open up your computer. И там на десктоп. And on the desktop. Открытые окошки. You have all these different windows open. Это твои водоемы. And those are your sources. То, откуда ты пьешь. Place where you drink. Ты пьешь оттуда. You drink from. Но они разбиты. But they're broken. Они разбиты. They're cracked. Там нет настоящей воды. There's no true water there. Я не говорю сейчас о каких-то христианских проповедниках. I'm not talking about, you know, preachers or different Christian like show, not shows, but like programs. Но, к сожалению, сегодня весь христианский мир. But however, sadly, the Christian world. Они не только слушают пастырей. They don't just listen to pastors or preachers. Они слушают различные кучу информации. But they listen to a ton of different information. И эта информация. And that information. Она становится источником. It becomes a source. С которой они живут. From what they live from. Эти медиа, они сегодня разрывают наш мозг. The media today just blows up our mind. Я хочу с вами перейти немножко дальше, в Новый Завет. And now we're jumping into the New Testament. И вспомнить историю Иисуса и Самарянки. And remember the story of Jesus and the Samaritan woman. Она написана в Евангелии от Иоанна в 4 главе. You can read it in John chapter 4. Мы не будем это читать, вы все прекрасно знаете эту историю. You all know this story. Иисус начинает разговаривать с женщиной. Jesus begins talking to a woman которая пришла к колодцу, о которых мы уже говорили. That came to a well. Она пришла туда днем. She came there during the day. Потому что она, наверное, стыдилась или стеснялась других женщин. Because she might have been ashamed of herself or embarrassed to be around other women. Такая интересная культура. Interesting culture. Восточная культура. The Eastern world. О том, что женщины ходят за водой. That women are the ones getting the water. Они носят эти тяжелые, не знаю, что они носили, кувшины. Jugs or, just like things that could hold water. Женщина приходила за водой. And a woman is coming to get the и вот water. Эта самарянка, она пришла набрать воды. That Samaritan woman, she came to grab, to к get своему water, источнику. To her source. И тут она видит человека. And then she's a man, мужчину, который начинает с ней разговаривать. That begins talking to her. И когда мы читаем, уже зная финал истории, and when we read the story, knowing the final result, мы понимаем, что Иисус начинает разговаривать с этой женщиной. We understand that Jesus starts talking to this woman, и разговаривает с ней о духовных вещах. And talks about, you know, spiritual things. Разговаривает с ней о ее личной жизни. Talks about her personal life. Она же отвечает ему, she responds, думая, что он разговаривает о физическом мире. Responds to him thinking that he's talking about the worldly things or just like physical things. Он говорит ей, he thinks, he says, хочешь ли я дам тебе воды? Jesus says, do you want for me to give you the water?
живой воды. Living water. Она говорит, да, так у тебя же нечем набрать этой воды. And чем she ты says, мне, Jesus, you don't have nothing even to get water from there. Иисус не говорит ей о воде в колодце. He doesn't talk. Jesus isn't saying about the water in the well. Он ведет ее к чему-то. He's bringing her somewhere. Что-то хочет сказать ей очень важное. He wants to say something important to her. Он говорит, знаешь, вода, которую я тебе дам, he says, you know, the water that I'm going to give you, она из такого источника, it's from a source, которого, если ты будешь пить эту воду, that if you drink from it, ты никогда больше не захочешь you пить. Will never want to drink again. Он говорит ей о себе. He's talking about himself. О духовных вещах. About the spiritual things. Она отвечает ему. And she responds. О, конечно же, напои меня такой водой. She's like, yeah, of course, you know, give me this water. Чтобы мне сюда больше не приходить. So that I wouldn't have to come to this well again. Она понимала, возможно, что это был какой-то сарказм даже. She really thought it was he's being sarcastic. Но Иисус продолжал с ней разговаривать. But Jesus continued speaking with her. И он говорит, знаешь, женщина, and he says, you know, woman, у тебя было пять мужей. He says, you had five husbands. И тот, который сейчас не твой муж. And even the husband that you have right now, ты искала разные источники в своей жизни. He's not your husband because you've been searching for sources throughout your life. Ты как будто бы бегал от одного колодца к другому. It's like you were running from one well to another well to another well. От одного мужа к другому. From one husband to another husband. Мы не знаем, почему это происходило. We don't know why it happened. Возможно, эта женщина что-то искала. Maybe this woman was looking for something. Любовь. Love. Заботу. Care. Понимание. Understanding. Может быть, она искала богатого мужа. Maybe she was looking for a rich man. И тут она начинает понимать. And here she starts to realize что он не говорит о физической воде. He's not talking about physical water. Теперь он говорит о ее личной жизни. Now he's talking about her personal life. Теперь он ей показывает, he shows her что те источники, that the source, в которых она была подключена, the sources that she was connected to, они были разбиты. They're broken. Там не было воды. There were no people there. Эта женщина, она не напаяла себя. Sorry, there was no water there, and this woman, she would never quench her thirst. Она искала снова и снова мужчину. Again and again, she was looking for a man. Для того, чтобы восполнить свои недостатки. In order to replenish or fill up those mistakes that she had in her для того, life. Чтобы найти ответы на свои вопросы. To find answers to her questions. Итак, Иисус ей говорит. And so Jesus tells her. Я есть тот источник. I'm your source. Если ты позволишь. If you allow. И если ты попробуешь. And if you taste. Мою воду. My water. Живую воду. Living water. Тебе больше не надо будут другие источники. You won't need other sources. Ты больше не захочешь пить. You won't want to drink again. Ты больше не захочешь никуда ходить. You'll never want to go anywhere else again. Потому что ты будешь разговаривать со мной. Because you're going to speak to me. А я Бог, который все знает. And I'm a God that knows everything. Я Бог, который все видит. I'm a God that sees everything. Бог видит все зло и все добро, которое творится на земле. God sees all the good and all the bad. Он не спит и не дремлет. He doesn't dream or sleep. Он всегда все контролирует. He's controlling everything. И если мы начинаем черпать из этого великого источника, and if we start to collect water from that source, мы перестаем жаждать. We stop thirsting. Перестаем искать эти разные другие источники. We stop looking for other sources. Потому что информация, которая пытаются нам влаживать, because the information that's trying to be placed on us, в большинстве своем, это неправда. In all reality, a lot of it's not true. Я буду заканчивать. As I conclude, мы живем в век интернета. I just want to say that we live in an era of the internet. Я не думаю, что мы уже вернемся к тому времени, когда будем писать письма друг другу. And I don't think we're ever going to go back to a time where we're going to write letters towards one to each other. Я не думаю, что мы вернемся к тому времени, когда мы будем ходить и покупать газеты. Or go back to a time where we're going to go and buy a newspaper. И в этих газетах, and in these newspapers, там будет расписана программа телевидения. There's going to be a list of shows on the TV. Которые будут нам проходить в следующей неделе. That are going to be happening next week. И чтобы посмотреть какое-то муви, to see some sort of movie, ты должен ждать всю неделю. You need to wait a week, потому что его включат только через неделю. Because it's only going to get turned on in a week. Я не думаю, что мы вернемся к этому времени. I don't think we're ever going to go back to that kind of time. Я думаю, что эта информация, I think that the information, и скорость подачи этой информации, and the speed of how we can receive that information, она будет увеличиваться. Is just going to increase. И весь мир, он будет переходить на онлайн. And this world is going to move towards online. И мы не можем это изменить. We can't change that.
Мы как церковь будем продолжать собираться. Church, we're going to continue to gather. Мы будем продолжать служить друг другу. We're going to serve one another. Мы будем молиться друг за друга. We're going to pray for one another. Мы будем славить Бога вместе. We're going to praise the Lord together. Мы будем делать что-то вместе. We're going to do something together. Но мир будет переходить онлайн. But the world is going to move towards online. И мы не можем этого избежать. And we can't run away from that. Что же мне делать? So what do I need to do? 1 Коринфянам, 10 глава, 23 стих. In 1 Corinthians, chapter 10, verse 23, it says. Апостол Павел говорит. Apostle Paul says. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. He says, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Никто сегодня не сможет закрыть тебе глаза. No one's able to shut your eyes. Никто сегодня не скажет тебе, no one can just say, что тебе делать. What you need to do. Ты сам себе хозяин. You're your own boss. Весь мир, он у тебя в руках. The whole world is in your hands. Ты что хочешь, смотришь? You watch whatever you want to watch. Что хочешь, слушаешь? You listen to whatever you want to listen to. Что хочешь, ты ставишь источником для себя. Whatever you want to be your source, you place it in front of you. Но Бог сегодня ревнует. He's envious. Он ревнует о том, чтобы быть твоим источником. He's jealous because he wants to be your source. Он хочет быть тем единственным. He wants to be that one and only source. И он единственный, который может быть этим источником. And he's the only one that can be that source. Другие источники, они дырявые. Other sources, they're just, you know, they have holes in them. Бог, который знает все, God that knows everything, держит вселенную в своих руках. He holds the eternity in his hand. Он будет разговаривать. He's gonna speak. Будет разговаривать с тобой. He's gonna speak with you. Если ты поставишь его своим источником. If you place him as your source. Он скажет, что тебе нужно делать He'll в это время. Tell you what you need to do in this Он скажет, time. Как ты должен и кому послужить в это время. He'll tell you who you need to serve in this time. Мы должны выбирать. We need to choose. Что мы смотрим и что мы слушаем. What are we listening to? Апостол Павел говорит, все мне позволительно. Apostle Paul says, I can do anything. Но не все сегодня меня назидает. But not everything is beneficial. Не все сегодня полезно для меня. Not everything is good for me. Потому что оно ворует твое время. Because it's stealing your time. Оно ворует твое внимание. It's stealing your attention. Ты начинаешь нервничать. You start to get nervous. Переживать. Become worried. Ты пытаешься победить это зло. You start to try to defeat this evil. Бог никогда не призвал нас побеждать зло. God never called us to defeat evil. Бог сказал, что мы будем противостоять злу. He says that we will stand against evil. Иисус уже победил зло. Because Jesus already won the evil. Мы как церковь, мы противостоим дьяволу. As a church, we stand against the enemy. Все, что мы слушаем и смотрим, оно не проходит бесследно. Everything that we listen to and watch, it does not come without consequences. Оно приносит страх. It brings fear. Безвыходность. A no way out. Я не знаю, что я должен делать. A feeling of I don't know what I need to do. Грязный источник. A dirty source приносит грязные плоды. Brings dirty fruit. Что является сегодня источником в твоей и моей жизни? What is a source in your life today? Давайте сами себе ответим. Let's answer to ourselves. Что я смотрю? What am I watching? Оно полезно ли для меня? Or the things am I watching, is it beneficial? Они меня назидают? Are they encouraging me? Они делают меня лучше? Are they making me better? Они делают меня добрее? Are they making me nicer? Они делают меня более духовные? Or more spiritual? Что сегодня является моим источником? What is my source today? Давайте будем фильтровать то, что мы смотрим и Let's слушаем. Filter the things that we watch and what we listen to. Я просто приглашаю вас сейчас and молиться. I invite you right now. Let's pray. Может быть, на самом деле Maybe Иисус Jesus, как Бог as a God, который все знает и все видит, that knows everything and sees everything, стал на самом деле каким-то второстепенным источником в твоей моей жизни. Became like a secondary source in your life. Может быть, на самом деле эта информация, она сегодня увлекла тебя. Maybe this information just captivated you. И ты забыл. And you forgot. О том, что Бог, that God, который все контролирует, that controls everything, Он не забыл о нас. He did not forget about us. Давайте мы будем молиться. Let's pray. Мы вернем Бога на то место, где Он должен Let's быть. Put God in the place where He's supposed to be at. Он должен быть нашим главным источником. He is supposed to be our main source. Аллилуйя тебе, Господь. Heavenly Father, мы поклоняемся we сегодня worship Тебе. You today. Мы превозносим Тебя. We lift you up.
Иисус, я сегодня понимаю и осознаю. Jesus, today I understand. Время, в которое мы живем. The time that we live in today. Оно сложное время. It's a hard time. Оно очень сложно информационно. It's very difficult informational-wise. Потому что Господь столько много разного поступает сегодня в наш мозг. Jesus, because there's so many things that come into our thoughts. И помоги нам, Господь, help us, Lord, поставить Тебя на первое место, to place you in the first place, чтобы Ты был нашим главным источником, that you would be our main source, откуда мы бы пили, where we can drink from, откуда бы мы черпали, where we can collect that water. Бог мой, потому что только Ты можешь изменять нас. Jesus, because only you can change us. Только Ты сможешь сделать нас добрее. Only you can make us better. Только Ты сможешь показать нам наше будущее и наше призвание. Only you can show us our future and our calling. Помоги, Иисус, help us, Jesus, нам закрыть те источники, to close those sources, которые, может быть, мы выкопали, чтобы они помогли нам. That we might have dug up because thinking they would help us. Разбитые источники, those broken sources, которые не утоляют нашу жажду, that do not quench our thirst. Во имя Иисуса Христа, in Jesus' name, Бог мой, прости нас, Lord, forgive us. Если мы где-то поступая, if we are acting in a way, отодвинули тебя на второе место. And placed you and put you in second place. Во имя Иисуса Христа. In Jesus' name. Мы нуждаемся в тебе, Господь. We're in need of you, Lord. Мы любим тебя, Иисус. We love you, Jesus. И мы хотим служить тебе. And we want to serve you. Всем нашим сердцем. With all our life. Всем нашим разумом. With all our mind. Всем нашим естеством. With all of our understanding. Ты великий Бог. You're a great God. Amen. Amen. Слава Богу, церковь. Praise the Lord. Пусть Бог благословит вас. May God bless you. И пусть эта неделя, week, невзирая на то, что будет происходить, no matter what happens, мы будем продолжать стоять, we're gonna continue to stand, пить из нашего источника, we're gonna drink from our source, который является Иисус, that is the Lord Jesus, и мы с Ним сможем все пройти. And with Him we can go through anything. Amen. Amen. Пусть Бог благословит вас. May God bless you. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the that I just can't get over. My name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Come on now. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. Together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause Christ rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. You're not done, you're not, you're not, you're not.
hero of my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified.